Никак не пойму, зачем эти в армии такой красивой дамочки? Ну, у красивой девушки. Агенту, не дамочки. Вы красивая, но... Вы даже не представляете, как разговаривать с женщиной. Вы первая, кому я сказал больше двух слов. Женщины не горят желанием танцевать с тем, на кого могут наступить. Вы не танцевали? Ну, пригласить девушку на танец было для меня страшнее смерти. И в последние годы я как-то смирился с этим. Решил подождать. Чего? Своей партнерши. Мистер Старк! Вышло? Да, да. Думаю, получилось. Точно получилось. Как ты себя чувствуешь? Выше. Все так. Ты несколько выше. Капитан? Агент Картер. Мэм. Говард утром хочет опробовать с вами новое оборудование. Отлично. Вижу, ваша отборная команда готовится к операции. Не любите музыку? Люблю, конечно. Возможно, когда все это закончится, я схожу на танцы. Ну так чего же мы ждем? Своего партнера. Пегги. Я бы хотел пригласить тебя на танец. Согласна. В клубе Аист через неделю в субботу. Договорились. Ровно 8. И не вздумай опоздать. Понял? Но танцевать я так и не научился. Я научу тебя. Только приходи. Закажем что-нибудь медленное. А то еще наступлю тебе. Стив! Стив! Было так долго. Так долго. Ну разве я мог тебя оставить? Ты ведь должна мне танец.